L.G.
Добрый вечер, дорогие друзья. Очередной четверг, очередная программа L.G. Рада вас всех приветствовать. И в очередной раз у меня музыкальный, как вы успели заметить, гость. Хороший человек, интересный собеседник Джозеф Алхазов. Я даже, знаешь, вот думала, как тебя правильно представлять. Музыкант, композитор, аранжировщик, продюсер даже, учитывая, что ты устраиваешь большие мероприятия, концерты. Ты сам себя кем вот считаешь? Ну, хорошим человеком, пожалуй. И этого достаточно? Я думаю, да. Независимо от статуса, профессии, профиля, нужно оставаться человеком и быть им до конца. Ну вот ты приходишь, например, да, ты собираешься организовать мероприятие, концерт большой, ты приходишь к человеку и говоришь: слушайте, я хороший человек, давайте вы нам дадите зал под мероприятие. В такие моменты ты как себя позиционируешь? Как правило, хороший человек, за этим словом кроются поступки. Естественно, если ты придешь и ты покажешь, что ты хороший человек какими-то действиями, действительно можно получить и зал, и помощь на какое-либо мероприятие, потому что люди знают, что ты действительно пытаешься сделать что-то хорошее. Ну, не знаю, у меня вот просто быть хорошим человеком не получалось. Еще чего-то хотели обязательно, чтобы добавлялось к этому. У тебя, по-моему, даже премия президента Израиля имеется. За что получил? За то, что хороший человек, он так и написал. Но, естественно, помимо этого были и заслуги. Я участвовал в ледовом шоу Плющенко, играл на гитаре и катался на коньках одновременно с олимпийскими чемпионами, фигуристами. И, естественно, этот поступок впервые был совершен в мире и, соответственно, вызвал внимание СМИ во всем мире. Естественно, президент не оставил это без внимания. В смысле, то, что ты играл на гитаре одновременно и катался на коньках, этого не было раньше для тебя? Нет. А в Книгу рекордов Гиннесса не занесли? Занесли, как открытие, как что-то новое. Я полагаю, уже, может быть, и побит мой рекорд, не знаю, я за этим не следил. Ух ты, надо же, надо было раньше тебя позвать в гости, чтобы узнать так много вещей. Скажи, пожалуйста, музыка какое место в твоей жизни занимает? Ну, если сейчас моя жена не слышит, наверное, все-таки первое. Знаешь, я промолчала, да, как хотел сказать, пока жена не слышит, это ты сказал. Ну, на самом деле, это взаимосвязано. Нет любимой женщины, нет вдохновения, нет музыки. Нет музыки, нет любимой вот женщины. Вот давай мы сейчас послушаем еще одну музыку в твоем исполнении, и есть у меня по этому поводу вопрос. Да. Thank you.
Итак, вопрос мой заключается в следующем. Музыка прекрасна, но вот ты сейчас навел меня на мысль, что все-таки у любого произведения, которое так цепляет души, подоплека всегда страдания. Почему-то говорят, что художник, поэт, музыкант в состоянии сотворить нечто прекрасное, когда они находятся в состоянии неудовлетворенности, в состоянии страдания, когда им чего-то не хватает, или там художник должен быть голодным. Почему? Неужели в состоянии счастья невозможно создать нечто прекрасное? Я, пожалуй, расширю немножко этот формат. Также многие деятели искусства применяют и алкогольные какие-то наркотические средства для того, чтобы отключиться от материального мира. Я считаю, это слабость многих деятелей искусства, потому что на самом деле то, что человек творит, это его миссия по жизни. Мы, деятели искусства, имеем некую миссию, которая может быть нам заведана какими-то высшими силами. Мы просто питаем информацию вот из пространства вариантов какого-то, да, и посредством нот, звуков, рифов материализуем в наш мир материальный для того, чтобы слушатели могли опираться на нашу музыку для того, чтобы переживать или выходить. Музыка, к примеру, она работает как прививка, как вакцина. Если тебе плохо, и ты послушаешь очень много грустной музыки, ты поймешь, что у тебя не так все страшно на самом деле. В наших нынешних реалиях я боюсь, что по поводу вакцины это была плохая сейчас ассоциация, и многие с этим могут не согласиться. Но страдания тоже же есть слабость. Страдания, не скажу, что это слабость. Не все люди готовы принять свои страдания. Если творческий человек способен спеть об этом, поговорить об этом, это на самом деле сильный человек, потому что он свои эмоции показывает на всеобщее обозрение. Это большая смелость, я считаю. Ну тогда почему в состоянии страдания это возможно? И даже тот же человек, который вот вчера страдал, у него не было любимой женщины, он чувствовал себя одиноким, и это одиночество его вдохновляло, и музу его звали «Одиночество». Он написал потрясающую песню, которая зацепила там, или помогла принять свое страдание, одиночество кому-то еще. И вот он встречает любимую, да, встречает девушку, у него любовь, морковь, и все. И все, и уже ничего не пишется, или вот оно становится такое, как на заваленке песенка, такая умца-умца, которых 100 000, и не цепляет. На самом деле, Лера, я тебя уверяю, в этот момент как раз-таки источники вдохновения еще более зашкаливают, но тут у него вместо репетиции и записи появляется ресторан, свечи, букеты, конфеты. О какой музыке может идти речь? То есть ешь иша, и нету ни шиша, да, как бы из этой серии? И поэтому, когда вот они расстаются, типа он уже страдает, нет, это просто время свободное, наконец, появляется, чтобы заниматься музыкой. То есть художник должен быть голодный, это с точки зрения того, что он не должен работать, он не должен заниматься личной жизнью для того, чтобы у него оставалось время творить? Нет, на самом деле это стигмы. Художник, настоящий художник должен уметь все. Его величество — баланс, понимаешь, Лера? Я думаю, что и любить, и отдавать себя миру, и окружающим, и близким, хотя в нашей стране, в наше время это невероятно сложно вообще, все куда-то бегут, все куда-то спешат, и неважно, насколько раньше ты выйдешь, ты все равно опоздаешь. Поэтому жизнь такая, что нужно просто где-то остановиться, посмотреть по сторонам и сказать: вот это мои приоритеты, и так я живу. К слову о балансе. Буквально 1.5-2 года назад в нашу жизнь пришло то, чего мы не ожидали, да, разрушив все балансы, которые были у людей более или менее выстроены. Казалось им, что у них выстроен какой-то баланс. Пришла к нам корона, разметала все к чертям собачьим, мы поняли, что мы к этому не готовы. Как у тебя с этим обстояло дело? Ты как вообще справлялся в этот период? Великолепно. На самом деле я люблю трудности, иногда я даже сам их для себя создаю, потому что когда вот ты постоянно в зоне комфорта, ты привыкаешь и ленишься. Для меня, на самом деле, когда корона отступала, я говорил: нет, побудь еще немножко, потому что я нашел для себя новые возможности. Да, поначалу мы все поддавались страху, который, неопределенность вот эта, которая была. Но со временем я научился делать очень много нового, что на самом деле приятно. И обрати внимание, корона научила людей мыть руки. Для многих это было чем-то невероятным. Да. И я считаю, что корона — это такой небольшой тест. А ведь могут быть катаклизмы и похуже. Мы начали понимать, кто есть кто, кто на самом деле люди. И мне на самом деле немножко боязно, когда будут более серьезные проблемы, я боюсь, что... То есть ты тоже заметил, что люди стали намного более агрессивными, да, выражая свое отношение к окружающему миру? Да. А вот с чем это связано? Вот со страхом ли? Только ли со страхом? Нет, я считаю, что человеческие ценности, они немножко
изменились, утратили свое настоящее кредо. К примеру, сегодня нас больше волнуют какие-то материальные блага. Даже романтика сегодня оценивается по-разному. Так, 23 февраля вы нам носки, мы вам iPhone. Все нормально, да, равенство вообще. Тут борются за права и все такое. Ну, хорошо, не в этом дело. На самом деле, что раньше было достаточно, как у Макаревича в песне, если раньше женщины манило искусство, теперь они все чаще там, где капуста. Но это на самом деле не к женщинам, а к человечеству. В общем, мы настолько в телевизорах, в экранах, в смартфонах, что мы забыли, что даже если наступит конец света, может быть, станет лучше, мы начнем общаться, мы начнем петь песни под акустические гитары, нам не надо будет куда-то бежать. Может быть, как раз сейчас у нас проблемы, и корона пытается нас вылечить от чего-то. Вполне возможно. Мне сейчас напомнило там «Макаревич далеко, у меня есть свое ближе», к претензии, у меня есть песня «Претензия к мужчинам», где говорится, что и только после литра какого-нибудь спирта джентльменами становятся исключительно ради флирта. Вот, потому что сейчас действительно отношения, скажем, кроме того, что стало сложно ввиду усиления феминистических движений, которые «не посмотри, не скажи, не подойди», потому что рискуешь огрести сейчас иск за сексуальные домогательства. В принципе, мужчины к женщинам стали относиться по-другому. И знаешь, иногда хочешь спросить, это женщины уже не те или мужчины уже не те? Что происходит вообще? Почему действительно джентльмен — это человек, которому что-то от женщины надо, да? Как бы, хоть посмотри, как она выглядит сзади, как минимум, да? Поэтому ей откроют дверь там, а не просто потому, что помочь хочется или просто проявить себя как мужчина. Ну, вот, то есть слово «эмансипация» стало каким-то ругательством практически. Феминистки добились того, что женщины хотели одного, получили, ну, не совсем то, чего они добивались. И к чему мы катимся? Люди стали агрессивны, мужчины с женщинами собачатся, и только, получается, люди искусства еще как-то барахтаются в попытке сохранить вот этот вот хрупкий мирок искусства, который говорит про любовь, про романтику. А кому это надо вообще? Кому-то это надо было, потому что кто-то создавал вот эти вот хрустальные замки. К примеру, да, каждая женщина мечтает о своем рыцаре. Вот она представляет его на белом коне, скачет в доспехах, но он 3 дня не мылся. От него, как минимум, после лошади воняет, потому что он потел, понимаешь? Никто не отдает отсчет на самом деле. Может быть, в те времена ценились такие мужчины не потому, что они круто выглядели, а может быть, у них были определенные манеры. Может быть, они умели защитить слабого, что сегодня. Сегодня у мужского пола все меньше и меньше наблюдается. Мне кажется, мы для нас сегодня мачо, он может быть пустышкой, но там хорошо пахнуть, красиво одет там на этом самом... На мотоцикле. Даже не на мотоцикле. Значит... Нет, это ребята были правильные байкеры. Вот эта вот штука электрическая, Тус-тус. Которая по Тель-Авиву нервную систему водителей. Немножко изменились времена, я считаю, что мы не за модой должны гнаться, а вот то, что в сердце, вот то, что ты чувствуешь. Если тебе хочется кому-то сделать приятно, сделай, обними, помоги, не проходи мимо. А у нас сегодня ты можешь помереть на улице, и маловероятно, что кто-то подойдет и поможет. На самом деле, да, это грустно, хотя осталось, конечно, в людях еще нечто человеческое, и ты видишь это и в социальных сетях, и группы помощи, и организации, которые занимаются помощью людям, нуждающимся в тех или иных ситуациях. Однако же, ты, по-моему, из тех же людей, как я, которые считают, что вот как раз то, что у нас происходило, вся эта пандемия, заставившая нас остановиться, оглянуться и пересмотреть, она, в общем-то, была дадена для того, чтобы посмотреть, что мы, возможно, как-то неправильно живем, и стоило бы что-то изменить. Однако человечество, как обычно, хорошую идею похерило в корне. Потому как вместо того, чтобы стать более духовными, задуматься о душе, оглянуться и попытаться исправить то, что, может быть, было не так, то, на что не хватало времени, пошли разводы, потому что люди наконец-то познакомились, и оказалось, что они совсем не знают друг друга и совершенно не умеют друг с другом общаться. И еще куча разного всего. Люди как раз озлобились и стали более агрессивны вместо того, чтобы как-то стать более духовными, более спокойными, более сбалансированными, научиться смирению в хорошем смысле этого слова. Да, принятию и себя, и окружающего мира. И потом, в общем-то, то, что произошло с упомянутым тому и страшным словом вакцинами, да, когда люди поделились. Опять чуть ли не гражданская война у нас идет. Что с этим можно делать? Как можно вообще как-то... Нельзя говорить заставить, невозможно заставить. Ну вот показать, что ли, объяснить. У меня на этот счет есть свое мнение, но оно немножко отклоняет нас от формата программы. Но а на у самом нет формата, деле мы это общаемся. Наша реальность, да. И смотрите, во все времена
к массам предпринимались те или иные способы воздействия. Когда-то на религии пытались. Я человек верующий, да, но я, например, сомневаюсь, что вот те, кто нас создали, хотят, чтобы мы разделялись, мучились, воевали с друг другом и так далее. Вот. Со временем придумывались всякие другие модные фишки для того, чтобы манипулировать обществом. Нужно ли это делать? Да, человечество абсолютно неподконтрольное существо, но при этом, мне кажется, пандемия на сегодняшний день — это была попытка, неудавшаяся, на мой взгляд, попытка изменить вот этот вот способ воздействия на массы, и для многих это стало политически выгодно для того, чтобы добиваться своих каких-то политических цели. И, соответственно, попытка провалилась, на мой взгляд, потому что народ был настолько в рабстве вот телефонов, что он даже не заметил эту пандемию как таковую. Дим, мне кажется, заметил. Народ безмолвствует все громче, да? Как-то уже сопротивление больше растет, люди начинают больше понимать, что им начинает все это, ну, не очень нравится, когда тебя совсем долго и так открыто держат за идиота, как-то тебе перестает это нравиться. Ты начинаешь прозревать чуть-чуть. Я бы не согласился, Лер. Если копнуть глубже, то само наличие паспорта Теодадзиута, где твой идентификационный номер, вот эти все люди, которые говорят о каком-то заговоре, чипировании, ну... Не, ну это про это... чипирование мы не говорим вообще, слава богу. Нарушение свобод. Твой Теодадзиут — это уже любое нарушение свобод. Тебя идентифицируют в любом месте, в любом помещении. Ты сам на это согласен. Чипирование. Зачем? Зачем мне тебя контролировать насильно, когда у тебя iPhone, там Facebook, Инстаграм, тут я ем, тут я хожу в туалет, с этим я сплю, с этим я хожу, я поехал туда вплоть до миллиметра. Зачем кому-то тебя насильно контролировать, когда сам ты себя на показ, и при этом ты платишь еще. Я-то китайский купил, но есть такие, по 5-6 тысяч отдают за чипирование собственное. Поэтому я не верю во все эти страшные теории заговора. Я думаю, что вот как началась Великая Отечественная война, да, Вторая мировая, что немножко раньше случайно это все вылезло, чем должно было быть, из этого оно сорвалось, оно еще не было оттестировано. Но я, да, считаю, что меняли какую-то общую экономическую, социальную систему, которая себя иссякла. На самом деле мы можем оказаться в тупиковой ситуации, потому что общество сегодня не подконтрольно. Оно не боится ни Бога, ни законов, ничего. Все стали умные, все снимают, против закона найдут другой закон, и поэтому пытались как-то вот человечество устаканить. Но корона провалилась, потому что при всех законах зеленых паспортов никто нигде их не проверяет, все как ходили, так и ходят. И ровно год назад, когда был полный запрет, я лично шел вот к родственникам и видел всех, все куда-то идут, и никого ничего не останавливает. Да. Давай мы тогда послушаем еще немного музыки и продолжим. Видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим о земле она одна. А звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как часы затмения, ждем света и земные, видим сны. И снится нам не рок, а космодром.
как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, ждет сына, мать, а сыновей земля. И снится нам не рокот космодрома, не та ледяная синева. Продолжаем дальше, Джозеф. Давай тогда немножко о музыке, а то мы ушли в философию, да, глубоко позвала музыканта. Хотя, с другой стороны, хочется показать не только музыканта, но и человека. За каждой музыкой, за каждой гитарой, за каждым звуком стоит человек прежде всего. Скажи, пожалуйста, я в последнее время слежу за тенденциями, за модой, и если появляются какие-то музыкальные произведения, связанные с нынешней ситуацией, то это чаще всего «Фак де корона», да, «Нет локдауном», какие-то юмористические подколки по поводу вакцинации. Сегодня вторая, завтра пятая, готовимся к 7-й, ничего против 8-й не имеем. А ничего такого, что помогало бы людям, песня, музыка, фильм, ничего такого, что помогало бы людям справляться с этой ситуацией, не происходит. Казалось бы, страдания, казалось бы, все не так, казалось бы, все так шатко. Где эти вот творцы, поэты, музыканты, которые могли бы своей музыкой помочь людям справляться и развиваться духовно? Не знаю, ну вот что-то такое. Я отвечу на твой вопрос. Во-первых, очень многие пытаются поймать тренд. Не может создать ничего хорошего, цепляющего. Опа, корона, сейчас все об этом говорят, сейчас я о ней спою, сейчас по-любому пойдет. Да, будет 2000 лайков, послезавтра об этом забудут. В чем отличие шоу-бизнеса и искусства как такового? Вот говорят, да, есть великие артисты, которые, гонорары которых по 100 тысяч евро, а есть такие, которые зарабатывают 10-15 тысяч евро и при этом довольны. Шоу-бизнес — это когда ты должен вложить невероятные средства для того, чтобы отбить эти 100 тысяч. От них ты отнимаешь продюсера, заместитель продюсера, тебе остается 10-15 тысяч евро. Когда ты деятель искусства, тебе не надо создавать вот эти громоздкие шоу, пиар и все такое. Тебя просто везде зовут.
ты просто везде играешь и получаешь свои 10-15 тысяч евро. При этом твоя музыка живет постоянно. Почему? Потому что она имеет уровень, она имеет силу, и она актуальна на все времена и поколения. Почему? Ты спросила, в период короны не было деятелей искусства. Потому что в этот момент они занимались многие благотворительностью. И я могу тебе подтвердить. Я тоже бегал с пакетами, мы помогали бабушкам. Если ты не можешь своей музыкой сегодня спеть и человека как-то отвлечь, потому что ты тоже боишься, ты тоже растерян. И как говорят, вот еврейская народная мудрость, в любой непонятной ситуации ложись спать, выспался я за сутки, не могу больше. И мы начали заниматься действительно благотворительностью. Потом мы поняли, как можно отвлечь. Онлайн-эфиры, мы начали немножко отвлекать людей. И да, тенденции пошли. И лично мне период короны дал невероятный рост вот в моих рейтингах личных, да. Причем я ничего для этого не делал с точки зрения пиар-компании. Скажи, пожалуйста, один из твоих проектов называется «Во имя мира и добра», но учитывая, насколько сейчас народ гоняется за рублем, за длинным рублем, скажем так, и за попыткой сделать свою траву зеленее, чем у соседа, да, то есть выше, больше, сильнее, насколько вообще актуально «Во имя мира и добра»? Невероятно. Я был в шоке. Вот я исполнил песню, да, великих артистов, которые тоже приняли участие в этом проекте. На самом деле мы не заботимся о нашем будущем. К примеру, да, вот у меня есть студия звукозаписи. Да? В нее с каждым годом все меньше и меньше приходят талантливых артистов. Моя задача сегодня поднять поколение подрастающее, чтобы завтра они приходили в мою студию звукозаписи профессионалами, записываться у меня и так далее. Во-вторых, у меня у самого было очень сложное детство, как у музыканта, юность, как у музыканта, и даже настоящее, не самое простое. И я обратился к артистам по всему миру, и не поверишь, никто мне не отказал. От Лободы до начинающих артистов, X-Factor, Голос. У многих я просто сказал, ребят, извините, я не могу вас ждать. Я понимаю, у них гастроли, у них всевозможные свои мероприятия были на тот момент. И кто был свободен, это Маргулис из «Машины времени», «Запрещенные барабанщики», «Ай-яй-яй, убили негра». Ай-яй-яй, не политкорректно сейчас слово «негр» говорить. Ну что ты, что ты. Но из песни слов не выкинешь. И я обращался именно к тем людям, которых я все-таки считаю деятелями искусства. Не бизнесменами, не людьми, которые могут себя продать. Те, кто действительно, как вот мы с тобой, да, понимаем это, никто не отказал, Лера. Скажи мне, подрастающее поколение — это уже поколение мира добра или еще нужно подождать? Это застрявшее поколение. Это поколение ТикТока. К великому сожалению, это поколение Инстаграма, это виртуальное поколение. Когда эти дети выйдут в реальность, в свободу, в реальный мир, им будет очень плохо. То есть до мира и добра в умах и душах нам еще придется подождать. Сейчас ответственность на нас, что мы на этих чистых листочках нарисуем, понимаешь, какую информацию мы оставим, так наш мир будет выглядеть дальше. Мы должны понимать, что вот мы едем в автобусе, говорим, вот наглые, нахальные дети, ноги поднимают, а они виноваты? Они не виноваты. Мы им это позволяем. Наша культура, наше воспитание. О культуре вообще и речи быть не может. У нас ее как таковой нет в этой стране. Угу. Ой, как хорошо, что ты говоришь то же, что обычно говорю я. Меня обвиняют в том, что я не люблю Израиль, который я обожаю и очень люблю. Но опять же, когда ты говоришь о том, что образования у нас как такового нет, культуры как таковой нет, потому что детям, мне кажется, учат глобус Израиля в течение всех там 12 лет по географии. И ничего толком не знают. Там, спроси, какая столица, не знают. Спроси, что такое Холокост, не знают. Толком. Ну, как-то так. Тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, тут чуть-чуть. Так вот, как в нас это вбивалось, нет этого. То есть какой-то ответственности, что ли, на учителях нет. Непонятно. И вот это вот поколение потерянное, поколение ТикТока, мобильное, виртуальное, им там динамически гораздо веселее. Понятное дело, что этот мир для них медленнее. Они уже, скажем, ну, на мой взгляд, да, они уже дети другого мира, других вибраций, по-другому устроенных систем, но мир-то еще... Они к нему готовы, а мир еще не наступил такой, как им надо, скажем так. Вот. Но мир и добро, вот... Эмпатия, отношения, любовь, человечность. Неужели этому поколению это будет чуждо? Я начну с другого. Я думаю, что этим предложением я тебе объясню все. Обрати внимание, да, сегодняшнее поколение, вот даже переписываясь, оно даже слова не использует. Оно рисует смайлики, да? Угу. И это мы называем развитием цивилизации. Мы дошли до того, что раньше не могли думать. А теперь вспомни раскопки.
когда древние люди рисовали те же смайлики, только на стенах. Мы не развиваемся, мы деградируем, понимаешь? Понимаю. Вот, поэтому говорить о какой-то свободе и быстроты, что мир за ними не успевает, нет. Мир на самом деле не меняется, он страдает под нашими ногами, под нашими подошвами, потому что мир, Вселенная, он вот создан, и мы наблюдаем, какие катаклизмы происходят, как высыхают моря и реки. Кто-то когда-нибудь должен остановиться. Есть всякие псевдо-Греты Трунберг, который говорит, что надо там бороться за это, притом летает на самолете, ездит на машине, курит травку, я уверен. Ну, потому что трезвый человек такого нести не будет. Ну да, на такое не пойдет. В любом случае, то, что будет с нами завтра, мы сами вершим свое будущее, понимаешь, свою реальность. Я считаю, что ответственность на каждом из нас, вот, да, когда начинался во имя мира и добра, был я вот так вот в студии сижу, все, я мир переверну. Лер, надо мной смеялись, честно. Я ходил там к политическим деятелям, всякие структуры, просил денег. Я хотел сделать за деньги, я хотел всем заплатить. Я люблю, когда артисты зарабатывают. Я хотел позвонить, сказать, алло, Лепс, короче, чувак, скинь это мыло, я тебе тут накидаю зеленых. Но не дали, естественно, смеялись. Какие артисты, какие певцы? Ты что, вон, Яль Гулан, бесплатно, на Марине. Ладно, думаю, пошли вы все лесом. Начал звонить. Естественно, никто не отвечал, ты понимаешь, да? Вот. Потом я просек такую тему, что Евгений Шулимович Маргулис сейчас, ну, такой авторитетный человек в обществе музыкальном, в элитном обществе, да. Для меня элита — это не селебрити в духе Бузовой, да, хотя я его уважаю, она молодец, хороший бизнесмен. Mm-hmm. Но есть деятели искусства. И я решил так. Я звонил ему в Фейсбуке, в Инстаграме, по телефону, на мобильный, на домашний. Я делал это до тех пор, пока он не ответил. Ну, естественно, он максимально вежливо ответил. Я сказал, Евгений Шулимович, я вырос на ваших песнях, и вот через одно было не отступать, не сдаваться, выбивать закрытые двери. Я говорю, чувак, ты не отделаешься. Ты меня таким сделал. Неси ответственность. Вот теперь неси ответственность. Он говорит, что ты хочешь, что тебе надо? Я говорю, вот строчка от песни, вот проект, вот дети, давай делать. После того, как Шулимович записал, и, естественно, все остальные сразу же с первого звонка начали отвечать на телефоны. Сергей Скачков — великолепный человек. На самом деле я в восторге. Он не просто поучаствовал, он меня корректировал. Он помогал мне. Ты понимаешь, я немножко вырос в Советском Союзе, немножко здесь где-то русский язык заблудился с ивритским. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. Нам и такое поколение застрявшее тоже. Он корректировал, он звонил, он писал, он записывал. И в результате оно бабахнуло. И тут мне начали звонить все к тем, к которым я ходил. И это было такое классное ощущение, когда я им смело говорил, пошел ты. Да. И положить трубку. Это было великолепное состояние. Вот это, знаешь, говорят, увидеть Париж и умереть. Нет. Послать того, кто тебе отказал, намного приятнее. Но изменилось то, что мгновенно все мои просьбы на сегодняшний день. И Лера, я никогда не ходил там и говорил, дайте мне там денег. Нет. Я понимаю, что бюджет вытащить проблематично. Я говорил, смотрите. Вот в этом городе есть мэр, у него есть зал, он мне его дает. Вы сделаете автобусы, вы сделаете это. Денег как таковой не надо. Артисты были готовы прилететь за счет спонсора. Мы хотели сделать фестиваль все вместе, mm-hmm. Корона остановила. Вот сейчас мы пока без звезд из разных стран. Мы начали этот тур, прокатимся по стране с детьми. И дети уже стали знаменитыми. Их узнают на улице. Ты представляешь, когда ребенок там учился в каком-то кружке, да? Вот я о таком мечтать не мог. Вдруг он спел со звездой. И на следующий день он такой идет на кружок, и все. Началась конкуренция. Ребенка, да, дети в качестве ребенка начали работать понять, в тех же кружках, догонять его. Вот так вот культура развивается. Это маленькая частица. Прикинь, каждый кто-то что-то сделает. Это же будет красота, не жизнь. Ой, хотелось бы, чтобы была красота. Давай на этой ноте тогда мы с тобой закончим. Я думаю, что у нас еще будут беседы на эту тему. Я хочу пожелать успеха твоему проекту, потому что очень правильная идея, которая вкладывается, что человек несет ответственность за свою жизнь самостоятельно. И все, что у него будет завтра, это все, что он натворил в своем сегодня. Поэтому, если люди начнут это понимать, наверное, станет немножко легче не только артистам, но и всем нам в нашем коллективном, осознанно-бессознательном состоянии. Спасибо тебе большое, что пришел.
хорошего года, настроения, удачи, успехов. И до встречи. До новых. До встречи. Что ж, друзья мои, вам напоминаю, что если вы до сих пор не подписаны на официальный канал в Ютубе Лучшего Радио, то сделайте это прямо сейчас. Точно так же можно подписаться на официальную страницу Лучшего в Фейсбуке. И, конечно же, слушайте Лучшее Радио 106.4 FM. С вами была Лера Голицына. До встречи в эфире. Пока-пока.